Привет, меня зовут Ваня, я музыкант. Моя группа называется Another Universe. Это мой влог, и сегодня я расскажу вам немного о себе. Это мой рабочий стол. Здесь стоит пианино, на котором я частенько сочиняю песни. Тут гитара. А это раскадровка наших будущих клипов. Ну что ж, на этом я закончу обзор своего рабочего места на сегодня, потому что у меня очень мало времени. Сейчас я собираюсь ехать к Юре монтировать клип, и вы поедете вместе со мной. Юра живет в ближайшем Подмосковье, и поэтому добираться к нему приходится на электричке. Этим я и занимаюсь практически каждый день. Перед тем, как начать работать, мы обычно заходим в магазин и берем что-нибудь поесть. А вот и сам Юра и его домашняя студия. Это где было? Ну, это вот как бы похоронный марш тоже у них был. Это где? Когда они в баре? Маски шоу. Слушай, нет, в баре я шоу помню, что там в баре, значит, это, крутое бики, деревня дураков. Это прямо, по-моему, в конце в титрах было. Слушай, я на титры вообще никогда не попадал. Шикарно. На банджо. Вообще красота. На балалайчке, да. На банджо. Красота. А почему мы что, с удара начинали что писать? Ага. Эка пробные. Пробные. Давай сначала контур загружай. Это что, контра у тебя, по-твоему? Ну, вот это вот. Я не знаю. Вот я, это просил, вот что? Я просил контрсвет. Это не он? Нет, это не он. Вот и закончился первый день монтажа клипа «Каждый из нас». Начали очень туго. Вот сегодня... Два монтера. Два горе-монтера. Мы сегодня очень долго не могли засинхронизировать видео по отношению к аудио. Вот, закончили буквально полтора часа назад, вот, и, в общем, полтора часа сейчас собрали буквально кусочек, даже 10 секунд, не 10 секунд, или даже меньше, что-то такое, да? Больше, да? Тишина, это 20 ну, в общем, секунд. Да, в общем, да, там еще в начале будут титры, вроде как, вот, мы еще сами до конца не знаем. В общем, что хотим сказать, на сегодня наш блог закончен, подписывайтесь на канал, кто еще не посмотрел клип, обязательно его посмотрите, ссылочка будет в описании. Рассказывайте о нас друзьям, делитесь впечатлениями, оставляйте комментарии. С вами были Another Universe. Пока. Пока-пока.